Мамусик, привет. Девчонкам тоже я вам хочу показать, какие тут лилии у меня начали распускаться. Пиончики отцвели, флоксы вот цвет набрали. Тут вот пошла клубника, маленько собрала. Это вот мои любимые хризантемные ромашечки. Так, тут вот кустище, короче, по колено. Я вот маленько подвязала. Это вот в прошлой осенью посадила. Это у меня грядка с турецкой гвоздикой и розами. Сейчас подойдем. Ну, тут немножко вот уже начала стильба подтягиваться. Это вот у меня вымершая гортензия. Ой, вымершая. Не знаю, цвет наберет или нет. Вот, уже набрал цвет вот этот чудесный флокс. Я его обожаю, такой бордовенький. Вот. А тут вот эта вот розочка, которая подмерзла, но вроде как отросла. У нее вот второй кустик тоже дает цветочек, скоро будет. Это вот пока неделя была жаркая, отцвели. Вот такие ароматные розочки. Турецкая гвоздика, вот это вообще шикардос.